Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Олег Сибирь. Запускаем новую рубрику «Покатушки на машине» называется. Сняли такой, уже как бы он второй, видеоролик. Первый был про Бугринский мост, второй уже про такие серьезные покатушки. Ездили по Новосибирску, по историческим местам, по современным. Надеюсь, ролики вам понравятся. В будущем будем еще снимать подобные видосы такого плана. Ну, будут набирать лайков, будет здорово, будем снимать чаще. Не будет набирать, ну, значит, там, раз в месяц, два раза в месяц. Надеюсь, ролики понравятся вам. Там в роликах еще плюс есть музыкальное сопровождение. Радио не выключали. Ну, думаю, нас не забанят. На роликах на этих я денег вообще никаких не зарабатываю, и свои ролики я снимаю чисто так, ради удовольствия. Ну что, начинаем, и мы поехали. Снова мы проезжаем по Бугринскому мосту. Дорога, можно сказать, пустая, играет хороший музончик. Далее виднеется храм Александра Невского. Проезжаем наш автовокзал центральный. Храм Александра Невского. Историческая часть нашего Новосибирска. Зал имени Каца, музыкальный наш. Вот он. Министерство. Мэрия тоже здесь неподалеку. Вон там удали домик с часами. Сейчас мы
бюст Покрышкина вот стоит у нас. Вот этот дом с часами. Первое такое современное наше строение. Часовня Василия Блаженного. Центр, можно сказать, нашего города. Сейчас мы уже подъезжаем к центру историческому. Дом Ленина. Исторический музей. Наш знаменитый оперный. Погодка немножко поменялась, тучки вошли. Банки, академии. Кто-то орёт уже. Сейчас мы спускаемся к Димитровскому мосту. Главпочтам. Следующее здание, вот это вот желтое здание, это главпочта. Дальше там водный институт будет, театр, кинотеатр имени Победы. Кинотеатр имени Победы. Вот этот вот купеческий дом, сейчас это гостиница. Театр кукол. Театр Октябрьской революции. Вот еще один театр. Красный факел. Пошли вот в гостиницу. Вот такая вот гостиница. Рядом вот. По-новому она сейчас по-другому называется. Приезжаем еще и к историческому месту. Домик Кирова. Вот он, домик Кирова. Музей. Это уже вокзальная магистраль, недалеко наш знаменитый вокзал. Вот он, наш знаменитый вокзал. Также приезжаем в гостиницу Новосибирск. Цирк. Делаем первую остановочку. Сейчас мы приближаемся к станции метро.
кольцо, площадка Ленина. Общаги НИИШТа, там дальше НИИШТ, железнодорожный институт, ну, сейчас он СГУПС называется. Вот он, железнодорожный институт, новосибирский СГУПС. Там дальше городская больница будет, горбольница так называемая. Медицинский лицей, вот он. Какой-то снова офигенский торговый центр строится. По Ипподромскому шоссе. Вот такая Ипподромская трасса наша. Приезжаем к самому крупному магазину Таури. Поехали мы на коммунальный мост. Погодка резко поменялась. Пока же народу мало.